Так, здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем рассматривать интеграл, определенный интеграл, и также продолжать эту тематику. То есть получается, вот нам задан вот такой вот интеграл. Здесь получается есть и дробная часть, и иррациональность, и, конечно же, мы будем применять определенную технику интегрирования. В данном случае мы просто будем использовать замену переменных, то есть мы введем новые переменные, допустим, u равно вот этот корень, да, 6x минус 1 мы обозначим как u, новую переменную. Потом, чтобы избавиться от этого корня, мы берем с двух сторон что? Квадрат. То есть получается у нас 6x минус 1. Далее мы берем производную с двух сторон. Слева получается по u. Это u до u у нас получится, да? И с этой стороны мы берем по x. Тогда у нас получится вот такой вот результат. А далее отсюда мы находим dx. dx будет равно, а здесь получается на 6 разделим, да, с двух сторон, тогда u du, u du деленное на 3 будет. 2 с шестеркой сокращается, остается 3. А теперь от вот этого находим x. То есть получается здесь будет x равно u квадрат плюс 1 деленное на 6. Вот основные заготовки для нас готовы. Теперь осталась еще одна вещь. Это мы должны, соответственно, перейти в пределах тоже на новые переменные. То есть для этого вот эту одну третью мы подставляем куда? Вместо x, да? Вот это мы ставим сюда. То есть получается 6 умноженное на 1 третье, это будет 2. 2 минус 1, это будет 1. Соответственно, здесь у нас будет единица. Теперь второй верхний предел, 5 третьих. 6 умноженное на 5 третьих. 3 и 6 сокращается. Здесь остается двойка. 2 умноженное на 5, это будет 10. 10 минус 1, это будет 9. То есть получается вот новые пределы. Теперь мы заменяем, да, полностью. Переходим к новой переменной. В вычислителе у нас имеется что? dx. То есть вместо dx мы заменяем этим выражением. То есть здесь будет у нас что? u du деленное на 3. Так, теперь вот здесь в знаменателе у нас есть 3 умноженное на x. То есть получается вместо x мы пишем что? y u квадрат плюс 1 деленное на 6. Вот, заменяем, да, этим выражением. Плюс корень остается. Корень, это получается у нас вот эта переменная u. То есть пишем u. Вот здесь будет u или u, без разницы. Главное, что вы поняли. Здесь получается обратно пишем интеграл от 1 до. То есть, sorry, здесь не 3 будет, ой, 9 будет, а 3. Там же квадратный корень. Поэтому здесь пишем тройку. Здесь 3, вот здесь получается 3. Коэффициент, соответственно, здесь будет 1 третья. Мы можем ее вынести перед интегралом. И здесь в числителе у нас остается вот это выражение u du. А в знаменателе тройка с шестеркой сокращается. Здесь получится у нас u квадрат плюс 1 плюс 2u. Мы сразу как бы привели к общему знаменателю, деленное на 2. И все это дело будет равно следующему интегралу. То есть вот эта двойка она перекинется сюда, это будет 2 третьих. Вот 2 третьих, интеграл от 1 до 3. Здесь получается u du, u du. И здесь, соответственно, у нас остается что? a плюс 2b плюс b в квадрате. То есть мы можем записать это в следующем виде. u плюс 1 в квадрате. Это формула у нас. Все. Теперь у нас получилось более-менее понятное выражение. Далее ее будем интегрировать. Каким образом? Мы, получается, у нас в числителе u есть,
знаменателя есть у плюс 1. Чтобы как-то сократить вот эту одну степень и избавиться вот от этой переменной, мы что делаем? Прибавляем к О, которая находится в числителе 1, и, соответственно, отнимаем вот эту единицу. Тогда у нас получится вот такое вот выражение ДУ. Знаменатель также остается. У плюс 1 в квадрате. Вот. И пределы, соответственно, от единицы до 3. Теперь все это дело равно. 2, деленное на 3, остается коэффициент от 1 до 3. И здесь мы можем взять отдельно, да, вот эту часть и отдельно вот минус 1. То есть получается, если мы разобьем интеграл на 2 слагаемых, да, как бы здесь будет u плюс 1 в квадрате du, и минус будет вот этот коэффициент остается от 1 до 3, и здесь числителе остается только du, а в знаменателе вот это выражение само остается равно. То есть получается здесь у нас идет теперь сокращение, да? Сокращается вот это с этим. Здесь остается одна степень. И тогда у нас получится, что 2 третьих интеграл от 1 до 3. Здесь будет у нас du, деленное на u плюс 1. Таким образом, мы избавились от u, которая находилась в числителе. А вот здесь у нас остается вот такое вот выражение само. То есть получается, здесь под дифференциалом, если мы добавим единицу, от этого ничего не изменится. И тогда у нас получится u плюс 1 в квадрате. Все это равно. И здесь то же самое мы можем применить вот сюда. Если мы сюда единицу под дифференциал добавим, от этого ничего не изменится. Итого получится dt, как бы, да, dt деленное на t. Значит, здесь мы получаем натурал-логарифм. Да, в результате интегрирования у нас будет ln u плюс 1. Соответственно, указываем пределы 1 и 3 минус. А здесь получается у нас просто степенная функция, да, dt деленное на t квадрат. И отсюда, соответственно, у нас получится что? У нас получится плюс, да, плюс 2 деленное на 3 умноженное. А здесь получается единица деленная на u плюс 1. Вот, да. Потому что степень будет минус 2 плюс 1. Из-за этого получается минус 1. Вот у вас минус 1. И знак, соответственно, мы поменяли. И пределы также остаются 1 и 3. Равно. И теперь мы будем просто подставлять вот эти верхние и нижние пределы. То есть ln. Так, стоп. Здесь у нас коэффициент имеется, да? Здесь у нас имеется коэффициент. То есть получается 2 деленное на 3. Первое, да, ln, подставляем верхний предел. Это будет 3, 3 плюс 1, это будет 4. Ln 4 минус, а здесь получается единица, значит 1 плюс 1, это будет ln 2. Вот у нас первая часть, первая слагаемая, плюс. А здесь получается у нас что? 2 третьих у нас остается. Можем открыть также квадратную скобку. И здесь у нас единица, деленная на 4, минус единица, деленная на 2. Равно. И здесь у нас что получится? 2 деленное на 3. Здесь ln 4 можем написать как 2 ln 2. Ну, 4 это 2 в квадрате, по свойству степень падает как коэффициент, да, и ln 2 остается. А здесь у нас получится минус, от этой скобки мы получаем минус, сколько? Минус 1 четвертую, да, минус 1 четвертую, и тогда у нас получится минус 1 шестая,
ну, 2 с четверкой сокращается, знаменатель остается 2 и 3, и итого у нас будет минус 1 шестая равно. А здесь отсюда мы получаем что? Вот это будет у нас ln 2 как общий множитель. Мы можем вытащить 2 минус 1, это будет 1. Значит, остается вот этот коэффициент 2 и 3, умноженное на ln 2 минус 1 шестая. Вот, получаем вот такой вот результат. То есть здесь мы применили только технику замены переменных. И дальше идет уже упрощение и получение интеграла. Все, спасибо за внимание.